жители Приволжья за свои заслуги перед Отечеством в преддверии Дня Российской Конституции получили государственные награды из рук полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Особенно почетно то, что накануне высокого государственного праздника, когда подводим итоги года, когда говорим о том, каких успехов добивается страна в целом и каких успехов добиваются коллективы, которые вы работаете, которые представляете. Честно тех людей, которые своим трудом, самоотдачей, самоотверженностью, зачастую мужеством публичным, добились самых высоких показателей. Их труд отмечен президентом Российской Федерации. За многолетнюю добросовестную работу и достигнутые результаты орден Александра Невского получил генеральный директор Пензенской областной агропромышленной корпорации Вадим Супиков. Орденом почета награжден руководитель межрегионального управления Росфиннадзора по Приволжскому федеральному округу Виктор Цыганов. Среди нижегородцев ордена дружбы удостоен генеральный директор Арзамасского научно-производственного предприятия «Темп-Авиа» Виктор Лещев. Я думаю, что наш коллектив, потому что это награда коллективу, в общем-то, ну как один такие дела совершить одному невозможно просто. Я заверяю, что мы и впредь, как говорится, не уроним, мало того, что не уроним, будем идти вперед, все для этого есть, мы бурно развиваемся, строимся, новые технологии, новое оборудование. Медаль от президента за заслуги перед Отечеством второй степени среди нижегородцев удостоился заместитель генерального директора по персоналу компании «Лукойл Волга-Нефтепродукт» Евгений Безбородников. Особо значимо, что это происходит в год 25-летнего юбилея нашей компании, поэтому хочу заверить, что привет я и все мои коллеги приложим все усилия для развития, благополучия и процветания как нашей компании, так и нашей страны. Спасибо большое. Коллеги Евгения по нефтеперерабатывающей деятельности Валерий Гущин, Юрий Ипатов и Алексей Поляков получили благодарность от президента. Нижегородец Олег Рябов награжден за издательскую деятельность медалью Пушкина, а всего наград и почестей удостоились 22 жителя Приволжья.